Всем привет! Маленький-маленький коротенький рецептик, как сварить картошечку в мундире и не мыть посуду с минимальными временными затратами, энергозатратами. Берем картошку, режем ее на небольшие кусочки, на 4 части. Некрасивое видео, некрасивое, но картошка ароматная, вкусная, горячая. Кладем в пакет. На 4 части у меня было разрезано. Мы на даче, поэтому нам очень актуально не мыть посуду. Туда льем водички, буквально капельку-капельку. И делаем дырочку в пакете. Обязательно. Или тыкаем. Викуся, ты прекрасно просто меня отвлекаешь вообще. Маленькую дырочку пальчиком, либо протыкаем вилочкой 4 маленькие дырочки. В пакете дырочки. Завязываем пакет крепко. Иначе он просто развяжется и ваша водичка вытечет. Можете положить это на тарелку. Я без тарелки просто положила в микроволновку и нажала 5 минут. Картошечка горячая, даже трогать не могу. Мягкая-мягкая, вкусная-вкусная. Вот она будет сейчас с селедочкой у нас. Та-дам! Супер быстрый рецепт. Всем спасибо, жмите лайки. Смотрите другие рецептики простые. Можно ли ходить? Да, можно.